Полмиллиона гривен для больных детей. Именно столько денег удалось собрать запорожской епархии в ходе акции «Любовь милосердствует». На эти средства было куплено медицинское оборудование, и в минувшую субботу его передали отделению онкогематологии областной детской больницы. Оборудование, о котором мы мечтали уже много лет. Врачи областной детской больницы не скрывают свою радость от появления в их отделении современной медицинской техники. По их словам, она позволит поднять лечение на качественно новый уровень. На покупку оборудования ушла большая часть средств, собранных в ходе акции «Любовь милосердствует». Поступили денежки. Есть возможность у фирмы, которую мы выбрали, самое дешевое оборудование, но высококачественное. То есть здесь тоже ряд фирм предлагали свои услуги, но втридорого. И даже были такие, которые предлагали, что мы вам с откатом дадим. Мне не нужны откаты. Я это делаю для детей. Оборудование поступило не только высококлассное, импортное, европейское оборудование, о котором мы мечтали. И мечтали на нем работать, мечтали его себе применить. Но к этому оборудованию еще на полгода вперед поступили расходные материалы. Кроме того, запорожская епархия вручила денежные сертификаты мамам маленьких пациентов, которые в настоящее время наиболее нуждаются в материальной поддержке. Помощь оказана очень своевременно. Это огромная поддержка. Спасибо большое. Просто очень, очень вовремя и очень большая поддержка и моральная, и материальная. Наша цель была не только помочь больным детям, говорят священнослужители, но и показать и доказать общественности, что еще есть люди, готовые делиться с нуждающимися. Мы являемся свидетелями, как наше общество начинает черстветь, а проведенный телемарафон утверждает в обратном, что все-таки есть люди, которые болеют за тех, кто находится возле них. Архиепископ Лука высказал уверенность, что акция «Любовь милосердствует» получит свое продолжение. Тем более, по его словам, несмотря на официальное завершение мероприятия, средства от благотворителей продолжают поступать.